Всем привет-привет! Сегодня я приехала в клинику Промо-Италия на лазерную эпиляцию к косметологу Екатерине. Я врач-дерматокосметолог, мой стаж работы уже больше 8 лет. Сегодня мы с Евгенией будем делать процедуру лазерной эпиляции и коррекции носика филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Вот, лазерную эпиляцию мы будем делать в области подмышек и бикини. Это абсолютно безболезненная процедура, комфортная, там очень-очень мощное охлаждение идет, поэтому Женя, ну, может быть, чуть-чуть тепло почувствует и все. Вызывает такую длительную ремиссию роста волос, то есть волос может очень долгое время не расти. Это может быть год-два, то есть у всех это индивидуальное. Значит, эту процедуру мы будем делать вот для начала где-то один раз в 3-4 недели. Каждая наша процедура будет увеличиваться, то есть промежуток между процедурами будет увеличиваться. То есть это может быть раз в месяц, раз в 3 месяца, раз в полгода, потом раз в год. Любой какой-то стресс гормональный, будь то беременность или сбой какой-то, ну, гормональной системы в организме, может дать толчок новому росту волос. Вот. Поэтому процедуры в любом случае нужно будет повторять. Угу. Вот. И они будут всегда в любом случае гораздо тоньше, меньше, расти абсолютно хаотично, скажем, очень большие промежутки между ними будут, поэтому они не будут доставлять такого дискомфорта, как вот обычный рост волос, да, постоянный, который раз в 3 дня нужно как-то удалять. Ну да. Желательно делать эту процедуру на незагоревшую кожу. Либо, если вы загорали летом, то до нашей процедуры должно пройти где-то около месяца. Вот. Если же это закрытые участки тела, допустим, бикини, подмышки, которыми вы специально не загораете, то их можно делать абсолютно круглый год. Насчет носика, да, я тоже решила, как бы, ринопластику пока делать я не хочу. Хотя многие мне пишут, типа, давай уже делай ринопластику, запарила со своим носом в кадре, мешаю людям жить. Вот, но мы сейчас как бы попробуем что-то сделать, да, с ним. В принципе, стандартный носик очень хороший, красивый, который, в принципе, не требует такого хирургического вмешательства. Его можно вполне скорректировать филлером гиалуроновой кислоты и сделать вот эту легкую волну, которая наблюдается, более ровной. Нос при этом не увеличится никак в размерах, просто он станет более ровным. Такой огромный. Так, знаешь, аппарат этой фирмы Candela. У нас на рынке он, в принципе, представлен сейчас пока только в нашей клинике. Вот. На самом деле Европа, Америка уже давным-давно на нем работают. Это александритовый лазер, который очень хорошо убирает темные волосы на белой коже. Есть, конечно, определенные, скажем, минусы, но это минусы есть абсолютно в любой системе, да? То есть он не очень хорошо работает со светлыми волосами, которые совсем вот как белые. Белые. Белые и рыжие. То есть в этом случае, да, мы как бы отказываем, либо пробуем, то есть, но не обещаем. Спонтанно еще решили сделать немножко мне контур, придать контур верхней губе. Ой, оказывается, какая хорошенькая. Мы просто обезболили эту часть. Поэтому я такая смешная. Я тоже смешная. Мы сейчас будем приступать к эпиляции. С подмышек, да, начнем? Да, с подмышек начнем. То есть ни обезболивания, ничего не делается. Одеваем очки, и я буду в очках, и Женя будет в очках. Возьмем руки холодные, будем их помыть. Запах. Да, будет запах. Волоски сразу подпалились. Прикольно. Не больно. Так чуть-чуть просто. Тепло чувствую. Да, тепло и как будто бы ну, не жжение, а щекотание. Точечно. Вот это резиночка. Да, резиночка стоит. Мы две подмышки сделали, запах немножко есть, и теперь как ухаживать, рассказывай. Значит, смотрите, получается так, что мы убрали волоски, которые на поверхности видимы, но у нас волос также растет и вовнутрь, поэтому через какое-то время, может быть через недельку, ты заметишь, что волос как будто бы начинает расти.
но это та часть, которая спрятана под кожей, она все равно выпадет. То есть, если тебя смущает вот этот ежик, который появится, ты можешь его сбрить, как-то удалить там кремом, да, или сбрить. Но дергать все-таки нежелательно, чтобы не стимулировать дополнительно волосяные фолликулы, чтобы они опять вот от этого дергания не начали расти активно. Вот. Потом, значит, через какое-то время, через 3 недели, да, то есть возникает такое, что начинают новые волосы расти. Это те волосы, которые находились в спящем состоянии, то есть которых сейчас у тебя и в данном случае нет. Поэтому обязательно вторая процедура где-то через 3-4 недели. Как ухаживать после процедуры? Сейчас после процедуры мы нанесли бипонтен. Значит, желательно не париться в бане дня 2-3, вот, не принимать алкоголь и не плавать в бассейне, чтобы эту ранку, ну, как бы все-таки эта ранка небольшая, не произошло какого-то неприятного заражения или сыпи, или зуда. То есть это сейчас более уязвимая зона, которую лучше как бы это упаковывать, да, сохранять. Так, и, конечно же, солярий. Не подставлять эти зоны для загара. Противопоказания есть. Это онкология в различные стадии обострения именно. Какие-то гнойничковые заболевания в данной области именно. Иммунодефицит. То есть ВИЧ. Это герпес в зоне воздействия. Беременность, лактация. Почему? Потому что, опять же, это гормональные состояния, которые просто нам толком не дадут результат. Сделали лазерную эпиляцию зоны бикини и переместились в другую комнату, чтобы делать коррекцию носика и верхней губы. Лазерная эпиляция зоны бикини немножко чувствительная, ощущаются такие жжения или покалывания. Больше, чем, например, под мышками у меня вообще не было больно, вообще, даже ничего не почувствовала. А зона бикини в некоторых местах, конечно, ощутимо было, но это все очень быстро. Теперь мы поговорим про то, что мы будем делать с носом и с губками. В нос я предлагаю препарат очень хороший, Restylane Perline, это один из самых плотных препаратов в этой линейке. Restylane вообще считается один из самых лучших препаратов гиалуроновой кислоты. Почему Perline? Потому что в носике он будет стоять достаточно долго, его эффект хватит в среднем на 9 месяцев, 9-12 месяцев. То есть раз в год можно будет периодически повторять эту процедуру, не прибегая к пластической операции. А в губке я предлагаю свой любимый препарат Gelidermum Ultra Smile. Здесь объем у нас 0,5 мл. Это достаточно нам будет, чтобы придать контур губкам. В общем, девчонки, давайте я вам покажу свой нос. Как он есть, какой он есть. Здесь вот горбинка. В общем, он у меня не очень такой ровный и красивый, поэтому мы сейчас будем придавать ему. Сейчас разницу, но я ее вижу, прям нос стал уже. Просто я сейчас немного красная, да. И даже отек немного пошел. Но мы еще не доделали, будем еще делать. Ну так постепенно, в принципе, показываю. Ну все, девчонки, я сниму через пару дней результат. Пока. Всем привет-привет. Прошла неделя после процедуры. Я хочу поделиться с вами своим мнением, рассказать о результатах. Первое, начнем с лазерной эпиляции. Пока я эффекты не наблюдаю, потому что, как говорила Катерина, стали вылазить мои внутренние волосы, и я их сбрила. Можно их не забривать, можно наблюдать, как они дальше выпадут, что и должно произойти, они должны выпасть. А затем начнется рост следующих волос, спящих. Вот. Конечно, это будет повторная процедура. Еще примерно через 2 недели я приду. А пока, говорю, ничего как бы плохого со мной не произошло, нет никаких шелушений, раздражений, ожогов, вообще ничего нет.
Все очень хорошо, гладко, комфортно. В клинике Промо Италия проходит акция сейчас, если вы покупаете лазерную эпиляцию на сумму 60 000 тенге, вам в подарок лазерное омоложение лица на сумму 40 000 тенге. Хочу посоветовать вам, если вы соберетесь на лазерную эпиляцию, за 2 дня или примерно 3 дня сбрейте все свои волосы, везде все. Потому что чем короче волоски, примерно 1-2 мм нужны, тем комфортнее будет проходить лазерная эпиляция. Если у вас длинные волоски, будет немножко ощутимо, немножко болезненно, так как длинные подпаливаться будут и будет некомфортно из-за этого. Это мой вам совет. Вот. Что касается носика, легкая волна еще присутствует, горбинка есть. Результатом я довольна, не знаю, буду ли я полностью убирать горбинку, делать идеально ровно ее. Мы старались не переборщить, поэтому сделали совсем немножко. Посмотрю. Мне просто очень нравятся маленькие носики. Я всю жизнь хотела себе маленький носик. Может быть, когда-нибудь я решусь на ринопластику. Я очень хочу сделать ринопластику. Я, конечно, знаю, что это неправильно. Там я должна любить себя такой, какая я есть. Поверьте мне, я себя очень люблю. Но, как говорится, нет предела совершенству. Мне будет комфортнее, если я все-таки буду иметь ту внешность, которую я себе задумала, которую я хочу. Но это пока планы на будущее, так я не исключаю этот факт, что я могу сделать ринопластику. Что касается верхней губы, вы можете видеть контур. Мне она очень нравится, она небольшая. Контур очень красиво подчеркивает губу. Мы немного еще расправили ее в уголках губ. Я люблю, когда губа расправлена. Нижнюю мы не трогали. Сами знаете почему. У меня там биополимер, который я никак не могу вырезать. Ну, в общем, это длинная история. Кто смотрит меня давно, в курсе всех событий. Я поняла, что самое главное, чтобы между врачом и пациентом было взаимопонимание, чтобы врач смотрел в одну сторону с пациентом. То есть были заодно, на одной волне, и врач должен понимать, чего хочет пациент. И в этом плане мы с Кристиной вообще сошлись. Я от нее в полном восторге. Реально, она очень хороший специалист. Я надеюсь, у нас с ней дальше все будет хорошо. На данный момент я в полном восторге, честное слово. Пока буду заканчивать свой влог. Встретимся с вами в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.